Мархабан! Всем привет! Это третий урок арабского языка. В предыдущих уроках мы прошли 8 букв. Начнем сначала. Алиф, А, Б, Б, Т, Т, С, С, Джи, Дж, Х, 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 Д, Д. В этом уроке мы тоже пройдем 4 буквы и некоторые нюансы с ударениями. Начнем с первой буквы. Первая буква сегодня это ЗАЛЬ. ЗАЛЬ. ЗА. И вы меня, может быть, спросите, какая разница в произношении между буквой ЗА, четвертая буква в алфавите, и ЗАЛЬ. Когда мы произносим оба буквы, наш язык, он между зубами, располагается между зубами. Но когда мы произносим «са», он лежит прямо, без изгибов, просто между зубами, прямо. А когда мы произносим букву «даль», он будто изгибается, делает как дугу, вот, нашла слово. Так он становится в виде дуги, и в то же самое время он между зубами. Чуть-чуть тяжелое произношение этой буквы. И, к примеру, у нас есть слово «зэб». «Зэб». «Зэб» – это волк. «Зэб». И вот здесь, в этом слове, мы не произнесли как «зэб», ну, не «зэб», а «зэб». Вот, если вы смогли почувствовать разницу.